И знаете, Владимир Вольфович, что мне кажется? Вы не уважаете своих противников. Вы наговорили гадости и Сергею Михайловичу, и про Явлинского, и про Зюганова, и про кого вы только чего не говорили. Вы не уважаете своих оппонентов. Не кажется ли вам, что человек, который претендует на пост президента, должен все-таки быть консолидирующей фигурой? Фигурой, которая объединит страну для того, чтобы выйти из политического, из экономического кризиса. Человеком, который умеет вести переговоры и достигать соглашений. Вот вы достигать соглашений не умеете. Вам главное заплевать противника, даже если у него нет никаких грехов, да? Но он ангел. Вы скажите, тьфу-тьфу-тьфу на тебя, да? И пусть он потом отмывается и доказывает, что он белый и пушистый. Это ваша методика. Но она перестала срабатывать. Вы не заметили? Перестала работать. И вот это ваше желание перевести политическую дискуссию, дебаты, поиск выхода из кризиса совместный, да, для всей оппозиции, вы превращаете в шутовство, в какую-то вот такую игру. Понятно. Мне кажется, что вы должны, да, что вы должны понять, я давно что по своим видел, психологическим так долго молчал, поэтому... качествам вы не способны быть президентом России. Все понятно. На вашем замечании я лишний раз убеждаюсь, что пока, к сожалению, женщина в России президентом не станет. Вы вопрос задаете как мама, как сестра, как жена. Она обнаженный Ван Гро, помолчите!